Юношеская сборная России до 17 лет. Город Дмитров. Тренировочный сбор. Межсезонье. Сейчас ребята будут отрабатывать бег на скорость 70 метров. Как сказали тренера, должны уложиться, укладываться в 10 секунд. Здесь где-то расстояние 75 метров. Вот до этого пенька. Вот таких они делают 8 серий. 8 серий по 75 метров. После пробежки небольшой круг пешочком, где-то 2,5 минуты отдыха у них уходит. И потом опять 10 секунд на ускорение. Ну, сейчас на сборе присутствуют не все первые номера. Многие на учебе, так как все ребята еще до 17 лет, кто-то учится в школе, в институтах. Сезон заканчивается. После этого сбора ребята поедут в Японию. Там будет учебно-тренировочный сбор еще с японскими дзюдоистами.